Достар, атам қазақ айтқан мақал бар ғой. Білекті бірді жығады, білімді мыңды жығады деп. Бізге мынау режимді құлату үшін, бейбіт жолмен өзгерту үшін бізге білекті де білімді болу керек. Ал ол үшін бізге ұяшық құрып, осылай ұйымдасып, сәрекет етуіміз керек. Сол кезде режимді сұрап жатыр. Цель какая деп жазып жатыр. Цель какая? Цель построить великую страну, правда, ведущих стран мира, США, Европы. Южная Корея. Смотрите, цель очень простая. У нас диктаторская страна. Ваше слово ничего не значит. Вот вы даже на митинг идете, как будто вас там уже, кто там религиозный, может, как будто вас там в ад ведут, на расстрел ведут. В Германии в прошлом году было 4000 митингов. Германия богатая страна. Заработная плата в 20 раз больше, чем в Казахстане. В 20 раз. 4000 митингов было. А вы на один митинг сидите, трясете со страха. Ой, бармаем, койше, бізге тыныш керек деп айтып жүрсіндер. Сонымен не болып жатыр? У нас Казахстан, получается, это не свободная страна, а тюрьма, где узкая группа Тохаев, Назарбаев держит власть, раз у них власть у буквально у одного-двух человек, все богатства страны тоже у них, а не у вас. Вы получаете 100 тысяч, 200 тысяч тенге, и все. А миллиарды они в карман кладут. Поэтому мы хотим, чтобы всему этого уничтожить все это. Построить нормальную парламентскую страну. Что такое парламентская страна? Это когда народ контролирует власть. Избирает премьер-министра, министров, акимов областей, избирает судей. Вот когда люди будут избирать, тогда депутаты не будут сидеть просто так в парламенте. Они будут к вам приезжать, с вами разговаривать, решать ваши проблемы. Вот. И тогда все изменится, и богатство страны теперь будет уже тогда делиться между всеми гражданами страны, а не только вот эта верхушка.